Печальная новость пришла из Турции. На 54-м году жизни скончался азербайджанский тренер по фехтованию Джангир Сафаров. Он находился в Стамбуле вместе с азербайджанской командой для участия в турнире European Cadet Circuit. Всю свою жизнь Джангир Сафаров посвятил фехтованию. Он неоднократно становился призером первенств, проходивших в Советском Союзе. Был выдающимся тренером и воспитал не одно поколение спортсменов. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Телеканал CBC выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Это был человек, можно сказать, с большой буквы. Он всю свою жизнь отдал фехтованию, отдал спорту. Ну, ситуация, конечно, для нас всех очень тяжелая, для всей команды, для всех спортсменов. Все очень сильно переживают. Просто Джангир Маймон был совсем другим человеком. Он был тренером с большой буквы. Он был человеком с большой буквы.